Мониторинг ситуации, пожарную безопасность 25 кооперативов Вологды уже проверили спасатели. Это треть всего объема работ. Специалисты напомнили вологжанам о правилах пожарной безопасности. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Как показывает статистика, основные объекты пожара – это жилой сектор, причем среди причин лидирует неосторожное обращение с огнем. В ходе рейдов городские спасатели предупредили вологжан о правилах сжигания мусора, разведения костров. В кооперативах Лоста, Доронина, Баранково было проинструктировано более 200 человек, каждый получил соответствующую памятку. Также здесь специалисты разместили специальные информационные стенды. Сейчас обстановка нормализировалась, палы. В принципе, прекратился. Погода, в принципе, еще такая позволяет, но уже начинает беспокоить торфа. Это, в частности, в районе Преображенского. Значит, 2 дня производили тушение пожара. Но это пока как бы один случай на территории муниципального образования. Возгорание торфа в районе улицы Преображенского было первым в этом году. Но, как говорят спасатели, это ежегодная проблема в городе. Напомним, что пожароопасный сезон в области объявлен с середины апреля. За это время на территории Вологды произошло 19 различных пожаров. Поэтому работы будут продолжаться. В июне и июле спасатели будут патрулировать дачные участки и торфяники. Среди наиболее проблемных мест – Лоста, район улицы Преображенского, дачные кооперативы в Баранково. Юлия Савинцева, Максим Дышковец, Вологда, Портал.